Сегодня буду чистить сплита. Ни разу не разбирался до этого. Сейчас кое-что покажу внутри. Пылище, вал, который толкает воздух, засран весь. Вот до него пытаюсь сейчас добраться. Кожух, как видно, уже снял. Теперь дальше думаю, что еще нужно открутить. Видимо, придется снимать все. Так, насколько я понимаю, раз, два, три, четыре. Надо открутить, чтобы снять сам радиатор. А добраться мне нужно до вот этого вот вала. А его снять, по идее, только после съема радиатора. Так, разъединить. Открутить. Дальше посмотрим. Так, теперь вот этот вот. Да, ну часть я открутил. Поднимается. Так, вон еще один. Здесь вроде нету. Болтик еще. Так. Вот эта часть снимается. Она просто вот тут была на защелке. Ну, сам барабан. То есть вот эту снять не удается. Держит с этой стороны. Насколько я понимаю, вон там вот. Закрученный винтом. Подозреваю, это оно мешает. Крутил и, как всегда, сюрприз. Вон еще один. А это все на весу. Ой, сколько грязи. Трындец. Короче, барабан я снять не смог. А там дальше видно, да, какой он трындец. Поэтому кисточка и обычная салфетка протираю. Не понимаю. До конца не смог разобрать. Что-то не пускает. Поэтому буду вот так вот вручную протирать. Это я уже один раз пылесосил. Было два раза больше грязи. В общем, итогу. Не знаю, что здесь разбирать, но обошлось без этого. То есть достаточно было снять эту сторону и, ну, не до конца, но по крайней мере видно, да, что чище стало заметно. Лопасти эти, то есть кисточка и влажная салфетка. Надо еще раз пройтись кисточкой, чтобы видно, у нас пооставалась грязь. И здесь еще. Фух, воняет, конечно, трындец. В общем, если всю даже не снимать, то достаточно, чтобы получить вот такой доступ сверху, снизу, то есть отсюда вот кисточкой. Потом феном продул, просушил, еще раз сейчас кисточкой пройдусь. То есть почистить можно. О, такие вот дела. Не знаю, час или два часа спустя. В общем, я его обратно собираю. Сначала как-то неправильно собрал, плохо крутилось. А, в общем, к чему я все это? Ну, я показал вначале, да, насколько там было все грязно. Бактерии и прочая вся эта херня. Сейчас стало заметно чище, но, естественно, грязь еще пооставалась. Я уже не стал все счищать. Суть в том, что вот здесь вот
была забита решетка полностью. Ну, то есть вот там то, что крутится барабан. Он был забит практически весь целиком. Ну, то есть, вот прям густая-густая такая бахрома. Поскольку я, как уже сказал, не смог разобрать его целиком, вот что-то с этой стороны меня не пускало, чтобы полностью снять барабан. Это, конечно, не дело, но все же намного лучше, чем было до этого. Использовал я, как я показал, просто кисточку, влажная салфетка. Но небольшой нюанс. После того, как я все это сделал, я обычным феном, теплым, холодным воздухом, в общем, начал продувать. И моя ошибка была в том, что вся вот эта вот срань, которая там была, она полетела в комнату. Поэтому небольшой совет. Если вы будете разбирать свой сплит, чтобы почистить барабан от налипшей туда грязи, микробов, я не знаю, чего там. Фу, воняет как. Так вот, застелите все вокруг пространства на полу на пару метров клеенкой. Потому что сыпется. Ну, палас надо теперь стирать. Потому что пылесос у меня всю эту херню, она такая черная, тут было все засыпано. Это был косяк мой. Не доглядел. Поэтому, если будете делать то же самое, застелите клеенкой все вокруг, чтобы было проще. Стряхнули, помыли и все дела. Мне теперь еще и палас надо мыть. Короче, почти готово. Вот эту сейчас нижнюю еще часть протру пластиковую. Ну, салфетка, тряпка. Вот так и вот образом. И будем проверять, правильно ли я все собрал. Последние штрихи. Целиком собрал, еще не проверял. Сеточки, внутреннюю часть. Сейчас я делаю, я хорошенечко помыл проточной водичкой. В общем, все высохло. Сейчас включаю розетку и посмотрим, не ошибся ли я со сборкой. Мало ли. Должен замигать, да. Все окей. Сейчас включу сначала режим сушки. Нет, секунду, сейчас закроется. Так. Есть. Режим сушки. А потом уже режим охлаждения. Ух ты. После чистки я прям ощущаю, что даже на очень-очень малых оборотах сильнее дует. Прям заметно. Правда, запах идет. Вот, блин. Вот та гадость, которая там была. Воняет трындец. Не знаю, видно или нет барабан. По сути, его теперь и не видно, потому что он чистый. Дует сильнее. То есть мало того, что я грязь удалил, поток воздуха сильнее. Прям чувствуется. А я думаю, почему у меня в последнее время как-то, ну, не на всю комнату дует, скажем так. Оказывается, дело было в том, что я почистил лопасти. Они просто не гоняли воздух, потому что были забиты наполовину грязью. В общем, поэтому, как минимум, из-за этого и следует время от времени хотя бы раз в пару лет чистить сплит. Обязательно это нужно делать. Его даже не слышно, как работает. Еле-еле. Все еще режим сушки стоит. Ну, на всякий случай я врубил ионизацию. Если у тебя дома тоже есть сплит-система, и ты ее ни разу не чистил за много лет, фонариком посвети снизу и посмотри, насколько много там грязи.
Удачи. Такие вот дела. Всем пока. Кстати, вчера было лунное затмение. Сегодня уже 28 число. То есть затмение было 27. Но смотрите, какая шикарная луна сегодня. К теме видео это не имеет никакого отношения. Просто вышел, как стемнело, на улицу и поснимал луну. Она все еще кроваво-красная.